Прививка от энергозависимости. Родниковская ТЭЦ начала выдачу электрической мощности во внешнюю сеть. Станция снабжает теплом и электроэнергией предприятия резидента индустриального парка «Родники». Для покрытия его нужд достаточно 7 мегаватт. Станция вырабатывает 12. Излишки намерены продавать, причем стоимость их на оптовом рынке будет ниже средней. События уже назвали знаковым для региона. Теперь власти намерены уделять больше внимания проектам, касающимся установки на крупных котельных турбин с отпуском в сеть электроэнергии. Это позволит снизить энергозависимость региона. И снизит для населения стоимость электроэнергии. Но над этим надо еще долго работать. Я думаю, что с одной Родниковской ТЭЦ мы с этой проблемой не справимся, но будем и дальше рекомендовать всем муниципалитетам брать опыт Родниковского муниципального района на вооружение.